Вот за что задержали сотрудники полиции? За кражу. За кражу дома. Я заходил в дома и брал деньги, золото. И уходил. Золото продавал на восточный рынок. Золотой. Вы заходили в дома. Ну, откуда информация, что там есть деньги, золото? Информации не было. Я просто проверял, дома есть кто-нибудь или нет. Стучался. Дальше? Стучался в ворота. И когда я понимал, что нет никого дома, я заходил, через стену перелазил, открывал окно и заходил. Свою вину признают? Да, признаю. Вы ранее судимы? Да. По какой статье? По 161-й. Грабеж.